Санта. Так, друзья мои, всем привет. Это Армам и Америкошки. Мы спецназ, и мы обороняем этот аэропорт и терминал. Против нас русские. И они тоже спецназом пытаются атаковать и штурмовать нас. Парни, ФТ-1, кто... Ой, ФТ-2, кто Санты вставал, на юг идем, юго-запад. Азимут 200. Я надеюсь, не надо никому говорить, кто ФТ-1, ФТ-2, да? Все взрослые дяди, все знают. Терминальчик. Где наш третий с первой фаертимы? Вернулся. Так, у меня все. Мы на метке. Да, все принял. Так, смотри, с трубой кто есть, парни, надо протянуть на запад чуть-чуть. Чтобы оттуда не заезжал. Кто я? На заправке Бур сидит, у него есть труба. А что за красный дым у нас на севере? Это вражеский. Север, у меня здесь. Да, красных нету, кажется. Запад, прием. Они оранжевые должны быть. Рядом со мной. Не, парни, они не успели, да? Да, обычно не может. А, ну это Бур тогда, блядь. Не, я в дом сижу. Так у тебя стрельба там идет. Ну ёпта. Борзай в двухэтажном здании. Угу. Там вон диспа есть у нас, тоже можно залезть. Так, у них есть метис, теплофон и дышка. Принта. Санта метка актуальна. Принял. Так, сидим. Метислав с теплаком ДШК. И в принципе мне тут все достаточно неплохо видно. Ёптить. Дважды в одном и том же месте упасть — это сила. Ноги целые, сам целый. Беттер стоит на противоположке, прям напротив диспы. Ближе к вышкам метку даю. Метка стоит актуальная. Шишига там же выкатывается. Раша Шишига, по-моему. Далеко, парни. Парни, слышите, нет, алло, прием? Да, все. Памир, слышишь, Шишига едет прям на этот. Да, вот я стреляю уже. Ага. Принято.
Шишига едет сюда к нам. Кому, кому? По аэродрому. Да, подтверждаю, вижу. Сидим, пока 20. Не стреляем. Пускайте ближе ее. Бля, это в меня по пехоте стреляется. Бля, ну что это? С какого направления она едет примерно? Она возьмите 120. Она Метис или что там было, пролетело? По аэродрому едет, там прям заворачивает. Колоти, колоти, колоти. Если близко, колотите. Остановилась, нет? Санта-Сантана к тебе приехала. Не вижу ее. Она также катается там по краю аэродрома. Принял. Better the middle, да? Снайпер минус. Принято. Шишига обратно едет по этому. К нам опять, да? Не-не, она туда, ну, по аэродрому едет, но... Угу. Ну будет к нам обратно возвращаться, колоти по ней, да и все с пулемета. Беттер, беттер заливает, прячься. БТР. Я просто не вижу. А, все вижу. Стоит, причем смотрит на нас, на фаертима второго. Да. Беттер заехал уже, диспетчерский прям едет. На взлетке едет. Все, принято. Находится на правой, правой этой солнечной батареи или как там? А, понятно. Возле меня бэтл прям. Он сейчас пехоту высадит, бэтл. Посмотри, там пехота. Хорошо, дал дым и хорошо. Вообще не видно ничего. Беттер подъехал, задымился. Ну, русский, ну все. Беттер остановился, продолжил движение. Оранжевые дымы еще пошли. Так, слушай, да, там пехота. Все, под терминалом, под этой вышкой радарной, которая смотровая вышка. Где оранжевый дым, там пехота. За синим забором. Да хуя, мы отходим. Нам смещаться, может, нет? ФТ-2, что, сидим или смещаемся? Ну да, смещайтесь, наверное, потихоньку. У меня контакт, чек на хера тут, все, принято, принято. Все, короче, парни, уходим оттуда тогда. Смещаемся ближе к терминалу. Прием, сейчас кто-то в доме есть таком? С двумя выходами. Нет, я вышел. Тигр едет по взлетке. Беттер на меня прям прет. Кто же стреляет? Я в лючок в Беттер. Беттер прям в терминал пошел.
А я хотел в лючок присунуть. А с пехоты можем? Тут сейчас враг работает, да? Бетер по камышам обходит. На запад смещаете, да? На север, по-моему. На север, на восток. На север. Да он прям за терминалом со стороны севера с камышей. Бетер едет. В сторону триггера прием по дороге. Санта, ты ползаешь? Я закрыл, да, зашел в диспу. Бля, была бы труба, прям перед вам, передо мной едет. Ты как сейчас вышел, по взлетке, да, гоняет? Где? Актуальная метка, моя форма. Да у всех карта есть, говорите ты. Ник, чей, Бур? Да, север от триггера, прям вообще. Зелен. Понял. Бетер на взлетку вышел. Так что смотрите, они с севера уже заходят, скорее всего. Блять, опять мимо что ли? Или выбили? Выбили. Тигр едет. Экипаж добейте там. Тигр подъехал к терминалу в упор. Страны взлетки, да? Да. Тигр северо-восток едет. Свои гпшат. Да, я там еду. Подходит уже. Он у Бетера, да, примерно враг. Смотрите в диспетчерке, которая на 60 на востоке, враг сидит. Терминале живые есть? Есть. Отлично, держитесь рядом. Только первую часть забрали. Вторая подходит. Кто по зеленому контейнеру КПшим? Еще раз, только КПшим, пожалуйста. Еще, да, он там сидит. Бежал оттуда. Он к стоянке перебежал. Я контролю его. Так, они в терминале уже, да? Ну да, с восточной стороны. Я подхожу к терминалу. Аккуратно. Аккуратненько.
Вот там шмальнул, я увидел. Смотрите, это магазин, видите синюю будку? За ней домик. Вот за домиком враг сидит. Ньюспейпер, вот это дайте. Да, минус РПГшник. Не ньюспейпер, а... Да-да-да, ньюспейпер с... Если ты из терминала смотришь, то по правую руку будет домик, за ним был РПГ, я убил его. Это что за звуки? Блядь, чувак, который подбегаешь, вот аккуратно за этим домом, к которому ты подходишь. Принял. Вот серенький домик, от тебя будет слева. Живой? Живой, блядь. Да хуя там? Живой, что ли, еще? Живой я, бля. Как там, много? Я не видел, я в кусты стрелял. Вижу тебя, контролю тебя. Походу, он, короче, умер. Вот куда ты смотришь, могу прикрыть, а вот ноги не прикрою. Вот так прикрою тебе ноги сейчас. Давай, так буду смотреть. Угу. На крыше здания терминала кто? Свои были. Ну, должны быть свои. Смотрите, парни, смотровая... Мне кажется, зеленое что-то, блядь. Прям на крыше. Около как раз синей будки со стороны. По крыше вазит зеленое. Видел, мелькнул. По-моему, зеленый. Да, сейчас, погоди, еще раз. Да, зеленый. Это... Да. Крыша терминала, ГПшки туда. Кого заклинило? Или патроны кончились? Уебали, да, по-моему, упал. Бля, пиздец, я тут выживаю. А у тебя есть граната? Тебе надо закинуть гранату за эту будку. Я уже закидывал, у меня все закончилось. Да херово. Тут трупак, короче, есть. С РПГами. Я в домик зашел. Давай. Я плохо там контролю тебя. С северо-запада в меня стреляли много раз. А, за синей будкой только что враг. Где ты стрелялся в кустах? Вот там сейчас враг. В кустах ты где-то стрелял. Зашел за синей будкой. Лучше. Этот, слышите, он у будки синий, вот этот. Кто-то у него труба, если что. Он жив или мертв? Не видел. Зашел за будку, все, я его больше не видел. Жив. А, кстати, прошивает с пулемета. У меня патрон 50. Конечно, могу, но мне потом нечем будет воевать. Парни, снайпер бежит прям по взлетке. Прям по взлетке бегут. Да, вижу. От терминала на 120. Нет, дымы. Да, у тебя оранжевый дым. Машина проехала. Тигр.
будка или электро вот на 85. С двумя дверями как-то. Синяя будка все еще живой. Могу выйти убить его, но я за спиной у него. Ну я тоже захожу к нему. А заходишь? Ну я пытаюсь. Просто если я выйду, я, короче, открою из-под остальных. Все. Давай я попробую, но у меня мало. Взлетка минус два. Кто из-под меня стреляет снизу? Парни, кто из пулемета колотит из-под меня? Живые есть? Да. Местоположение свое не говорите, а то уже, возможно, есть у врага наш КВ. Да, у нас уже двое мертвые. На 80 сколько от терминала вы увидите? 80. 80 от терминала? От терминала это будет где-то 100, наверное. На взлетке, что ли, где-то? Да, так вот трансформатор стоит взлетки. Двумя дверками. А, понял. Вот от вертолетов на 9 где-то, на 8. Понял, понял. По взлетке бежит, бежит по взлетке. Парни, патронов нету. Заполз просто ползком, там еле двигался. Они были у вертолетов уже, да, считай? Нет, 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 на взлетке оранжевый дым. Один в нем, один ваш за буточкой сидит. Но он ходить точно не может, он без ног как минимум. За буткой, да? Да. В оранжевом дыму минус. Лежит на взлетке, бинтуется. Ну что за человек, бля? Тут этот ебаный ящик зеленый, я из-за него ничего не вижу. Так, слушайте, остался вон тот на взлетке за буточками, да? Давайте, я выйду, он меня прямо, я за спиной у него. Выходи. Сейчас, короче, я выйду. Выйди, пройди, обойди кустами. Он ползет, а выполз опять с правой стороны. Блять, метка, метка, снайпер. Слышь, мы о разных будках, походу, говорим, за моей нету никого. Сейчас ставлю на взлетке где. У меня карты нету. По нему кто-то въебал. Кустами осторожно. А снайпер походу в этом, блядь, сидит в диспетчерке, по-моему, вот здесь.
Убил. Терминатор? Перед вертолетом. Остался за будкой. Че рвется, пацаны, че рвется? Это я закидываю их. За будкой хлопнули, возможно. Потому что по нему стреляли. Да, за будкой никого не нашел. Все, отлично. Раз, два, три, четыре.